Саратов этой ночью бурлит. Толпа жителей хотела устроить самосуд над подозреваемым в жестоком убийстве 9-летней девочки. Пропавшую Лизу Киселеву искали полицейский отряд «Лиза Алерт» и больше 2000 добровольцев. В среду утром девочка ушла в школу, но на уроках так и не появилась. Позже тело ребенка нашли за гаражами, а когда задержали предполагаемого убийцу, сотни человек, несмотря на позднее время, приехали на место трагедии и перекрыли окрестные улицы. В телеграм-каналах появились ссылки на страницу в соцсети и фото подозреваемого. По данным местной прессы, он уже был судим как раз за сексуальное насилие и сознался в преступлении. Толпа раскачала полицейский автомобиль, в котором, как считали горожане, мог находиться преступник, но в салоне его не оказалось. Очевидцы предполагают, что задержанного провели, переодев форму МВД. Чтобы остановить беспорядки, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Собравшихся просили не мешать следственным действиям и не провоцировать задержание.